Курская «Торпедо» принимала у себя на поле столичный спорт-академ-клуб. С самого начала игры хозяева взяли инициативу в свои руки. Капитан черно-белых Дмитрий Везникин раз за разом испытывал на прочность голкипера гостей. И только на 19-й минуте спорт-академ-клуб впервые получил возможность пробить по воротам, и то со штрафного. Сразу после этого Валерий Малышев сумел прорваться к воротам синих, отдал пас Везникину, который спокойно отправил мяч в сетку ворот. Гости бросились отыгрываться. На 25-й минуте Алексей Тюргашкин вовремя подставляет ногу и спасает торпедовцев от гола. Но через 3 минуты гости все-таки сравнивают счет. Наших игроков смутил жест линейного судьи, который сначала поднял флажок, обозначив у гостей офсайд, но потом опустил. Первый тайм закончился со счетом 1-1. Вторая половина встречи началась для торпедовцев с неприятной неожиданности. На 51-й минуте спорт-академ-клуб разыграл классический стандарт со штрафного. Да так, что Филипп Тисенков оказался бессилен. В ответ черно-белые устроили настоящий штурм ворот гостей, который продолжался всю оставшуюся часть матча. Спорт-академ-клуб ушел в оборону и лишь изредка пытался контратаковать. Большому сожалению болельщиков отыграться торпеду не удалось. 1-2, и владимирская торпеда впервые в этом сезоне проигрывает на своем поле.